Ребятки, всем привет! Понедельник, 2:30 дня. Сегодня у нас 15 июня. Наконец-то я попытаюсь за это лето выехать на Хищника и поснимать это на видео, на какое-то, хотя бы на телефон, потому что, блин, реально соскучился за рыбалкой. Полный багажник снастей, но я с собой возьму только ультралайтик и какие-то легенькие маленькие приманочки. Джик до 10 граммов. Попробуем половить в Отрадном. Поехали. Ну вот, наконец-то выехал уже на грунтовочку. Слева от меня заливчик, справа поля. Последний раз я, когда здесь был, тут вообще перекопанное было. Нельзя было проехать, только пешком. Но вот сейчас можно проехать на машине. Попробую как можно дальше проехать. Хотя вот уже съезд у нас есть. Можно и сюда заехать. Но я, наверное, проеду еще дальше. Класс. В чем прикол понедельника? Это то, что никого нет. Ребятки, красота. Красота, но, опять же, смотря в какую сторону смотреть. Вот, посмотрите, после выходных, что осталось. Куча мусора. Это при том, что сегодня понедельник. И видно, что это было вчера, позавчера. Это не просто отдыхающие, это рыбаки. Поэтому, вон, прикормка. Вот козлы, блин. Карасятников многовато сидит. Я думал, вообще никого не будет, но на карася люди сидят. Я попробую на лайтик. Вот такая 5-граммовый грузик и танточка. По-моему, танта это называется. Ну, короче, по осени окунь обалденно клевал на вот эту штуку. Правда, это по чистой воде. Тут вода мутная. Но попробуем. Места шикарные. О, карась прет, конечно, что дурной. Да, к сожалению, окуня я пока не нашел. Тина, первый заброс. У людей караси клюют, что дурные. Капец, блин. Как можно было так откусить? Дофига под ногами стоит карася, очень много красноперки, а окуня нету. Я сначала надеялся, что это мелкие окуньки дергают мою эту силиконку, но это бычки, к сожалению. Они подсекаются, но в основном за пузо, поэтому это не то. Так, наверное, буду я двигаться в сторону выхода из залива, потому что прошел почти до конца. И не видно, чтобы тут хищник был. А так на карася очень много. В плане не много людей, а много карася. Поэтому, кто хочет посидеть в будний день, мест предостаточно для этих целей. А с хищником беда. Места прям манят. Вот, а, кстати, покидать. Оп. Ну, в выходные тут, наверное, вообще не встанешь. Так, наконец-то поменял я приманку. Перед этим оторвал и поставил старенькую какую-то резину, которая у меня валялась. И вот такой окунек. И, опа, с удовольствием ее заглотил. Вот такой красавчик. Отличный ладошечный окунь. Ребятки, простите, рыбу я беру. Хочется мне рыбки. Вот такой красавчик. Был это одиночный окунек такой. Больше я ничего не поймал. Возможно, он среагировал именно потому, что я поставил рыбку. До этого у меня стояли приманки по типу червячков всяких. Возможно, сейчас окунь больше на рыбу реагирует. И
клюнул он буквально вот под берегом. И тычки какие-то еще были под берегом, а на глубине тишина. Сейчас попробую, наверное, еще ярче поставить какую-то рыбку, если найду место. Явление, самая крутая гадка свободна. И я покидаю с нее силикончики. Оп. Последний раз я здесь был, тут ступеньки еще были. Сейчас уже кто-то разобрал себе на дрова или на костер. Так, место классное. Вон мужичок ловит. Непонятно. А. На фидер. Ну, а мы не сдаемся. Попробуем поймать еще окуня. А вон там людей целая куча. Блин, ну места классные, красиво. Дальше я не пойду, буду отсюда кидать, наверное, все. Вот, наконец-то, еще один матросик клюнул. Долго я его вымучивал. Долбят постоянно бычки мелкие. Но все-таки окуньки проскакивают. Не крупные, но ладошка. Смотрите, кто клюнул. Маленький судачонок. Конечно же, мы его отпустим как можно быстрее. Сейчас одна фотка и отпускаем. Таких малышей нельзя брать. Смотрите, какой он красивый. Даже на землю его не буду ложить. Смотрите, какой малыш. Одна фотка и выпускаем. Красавчик. Ну, судачок вроде не берж, да? Все, плыви, друг. Отлично. Он даже губу себе еле-еле пробил. Я думал, щучка маленькая. Так он интересно себя повел. Но судачок. Поставил я груз, кстати, больше. У меня был 5-граммовый грузик. А я поставил вот такой у меня. Конечно, он не для таких целей используется, но я его так вешаю. 8 граммов. И вот сам научился от умных людей, вам советую. Ставьте сначала на карабинчик крючок, а потом закрывать этот крючок грузиком. Чтобы... У меня уже не раз такое, кстати, было. На каком-то зацепе, либо когда выводишь хорошую рыбу, защелочка вот такая, как у меня маленькая, она бывает открывается, и грузик выстреливает. Соответственно, грузик улетает, а крючок остается. Поэтому первым ставим крючок, от этого ничего не меняется, а потом уже грузик. Так, ну сегодня вот эта приманка ведет. На ее счету один окунь, один судачело. Так, ну что, ребятки, дошел я практически до водокачки. Последнее место перед водокачкой было занято. И в принципе, вот предпоследнее место, где я поймал окуня и судачка, там довольно перспективное место. Между прочим, и сетки там валялись старые. Поэтому, видать, рыба там крутится, там типа ямки какой-то. Можно туда будет еще пробовать возвращаться. Самая результативная приманочка вот такая была. К сожалению, одну я оборвал на том месте. Но такова рыбалка. Можно было, конечно, с вертушечками вот здесь погулять где-то. Попробовать. Но места тут такие, что не подойдешь к берегу. С лодочки, конечно, было бы классно. Но мы ходим пешком. Приехали мужики туда на мое место. Я говорю, что уже ухожу тоже на карасика. Все ловят карася. На хищника никто даже не пробует, не пытается. Ну, его реально здесь мало. Если бы ближе к выходу попробовать, к Днепру. Но все говорят, что там перегорожено все дачами. И просто так к воде не попадешь. Вот такая получилась маленькая, буквально сколько, 2,5 часа я потратил на рыбалку, но получил массу удовольствия. Ультралайтик, окуня и судаки. Все, всем пока, подписывайтесь на мой канал.